Миниатюра. Молдаван и русский. На необитаемом острове. Очень-очень долгое время. Часть пятая. Ауз! Ауз! Что? Кирхо! Что такое? Кирхо! Учага с этим. Что это? А? Бумажка. Какая еще бумажка? Ну, бумажки, да, сошли кумасвырли. Косточки. Раз, два, три, четыре, пять, дерево. Раз, два, три, четыре, пять, скелет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сокровища. Раз, два, три, четыре, пять, семь, камень. Раз, два, три, четыре, пять... Опа! Ты нашел карту сокровищ! Я нашел карту сокровищ? Да! Я нашел карту сокровищ! Да! Так идем искать их! Что искать? Бумажку, карту, я не знаю! Нет. Как нет? Нет, там опасно, она зарыта, там страшно, там тигр, там крокодилы, там вафли, страшно! Да идем откопаем, идем! Нет, стой! Что? Стой, нет. Смотри. Я сделал ксерокс. Какой еще ксерокс на острове? Блин, ксерокс это еще патро, поел и пистетет. Яка, принтер, если деликатес. Так, слушай, идем искать сокровища. Хорошо, дайте ты о предыстории. Какая еще предыстория? Короче, книга нам мечтел. Маленький? Да. Ил. Ну ты был маленький. Мама дадет цицу. Ше. Что мама? Цицу дадет. А, кормила тебя? Да, да, да. Шну циц, цини минди, лапти, да брынзай кубань. Что это такое? Персерс. Ну, мухи отдельно. А котлеты? Самели. Что это? Короче, так как я сын сокровища, усудь доллар самели. Слушай, хорошо, давай сюда. Так. Что это за цифры? Бизнес-план. Какой еще бизнес-план? Ну, что иду к вам, в Рождественский дом ресторан. Котлеты, соус, зубочистки, штикун. Это ресторан, штикун. Название. Молдаванский русский. Молдаванский русский. Ше Петру еврей. Петру еврей. Еврея упали. Ше, якая еще еврей диссонанс. Шека почету, $100 и сокровища. Так, слушай, хорошо. Идем искать сокровища. Хорошо, да. Хватит. Да. Так, значит, здесь написано 8 километров и стрелочка налево. Так, значит, 8 километров туда. Че 8 километров? Так, о, нет, так знак где инфинит, так, инфинит там стоит, и бесконечность, это возможность, ди склад, ди сокровище, правильно, к, да мы монетам, к монетам, поехали, я конкурия, вот оно, я, так, слушай, наверное, уже пришли, дай сюда, так, ага, здесь что-то запутано, так, похоже на загадку, загадка, обожаю загадки, давай, так. Значит, здесь нарисовано бревно. Бревно. На нем слон. Слон. И вокруг огонь. Огонь. Что бы это штил. Значило? Штил! Все, ставил, штил. Уйди, Кваще. Слон. Бревно. Слон, бревно, огонь. Шашлык. Шашлык, где слон? Так, главное меню ресторана. Так, слушай, я понял. Значит, бревно это дерево. Ага. Так, огонь это кратер вулкана. Да. Так, ага, мы должны переварить дерево через кратер. Давай. Так, ну и понятно, через него может пройти даже слон. Идем. Шашлык, дин, слон. То мы играешь, к тому же чему шашлык молдавский, что он русский. Так, кстати, русский. Так, значит, дальше рисунок. Так, нужно встать вот в эту позицию. В эту позицию? Так, и что же она значит? Что же она значит? Сент? Так, что? Сент? Что? Wi-Fi. Экстрим Wi-Fi. Нет! Тень! Я уйду до Умбра, сам на пещера, да! Идем к пещере, правильно, да, к пещере! Да. Так, ага, здесь надпись. Блин, написано на английском, я не понимаю. Ты понимаешь по-английски? Серьезно понимаешь по-английски? Легко! А ну переводи. Never know back. Ну, что это значит? Это разгадка, ну... Не, never. Ну, север. Север, да. No. Ну, да. Бэк?
бык. Лосевер розпатила бич. Та нам усвітем бич. Що нам він душить лосевер? Значить, ламон. Так, слушай, йдемо в пещеру. Да. Ого-го, что это? Да ночью друг какая-то поменялась. Огромный коллайдер! Слышишь, какой коллайдер? Это наше сокровище! Уйди, ну-ну-ну, уйдите скорее. Адронный коллайдер, разгонитель частиц, разгоняя частицы до суперскоростей, чтоб протоны столкнулись. О-о-о! Ты же не говоришь по-русски! Чилье у него наезд, он тупо чтец! Что? Рубильник! Эй, стой! Стой! Давай так, мы этот коллайдер не трогаем. И тихонечко отсюда сваливаем. Понял? Да! Идем! Да! А воздух сел то взрывной мазут. А вот гармошки птили. Кумили. Большое спасибо. Это был Кэллисон Клюк. Специально для Comedy Club. Кишинев Style.